Отметим также, что в федеральном бюджете предусмотрели средства на компенсацию ущерба приморским фермерам, пострадавшим от тайфуна Хинамнор в прошлом году. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. С докладом выступил губернатор Олег Кожемяка. Одна из важнейших тем выступления – предотвращение чрезвычайных ситуаций и борьба с последствиями стихийных бедствий. Глава региона отметил, что в Приморье планируется возвести 13 новых объектов инженерной защиты, которые позволят обезопасить более 100 тысяч жителей и десятки социально значимых объектов. Для этого потребуется дополнительное финансирование в размере почти 11,5 миллиардов рублей. Радует то, что на комитете по природопользованию был заместитель министра сельского хозяйства и доложил о том, что те денежные средства нашим фермерам, которые пострадали в результате наводнения тайфуна Хинамнор, будут выделены. Мы обращались с этим к президенту Российской Федерации, были услышаны, и сейчас это поручение исполняется. Прямо во время заседания коллегии из Министерства сельского хозяйства России сообщили, что средства на компенсацию ущерба по поручению президента страны приморским сельхозпроизводителям будут направлены.